Ни для кого не секрет, что певица Адеми очень много путешествует. Естественно, в благих целях. Относительно недавно ее пригласили в состав международного жюри для одного песенного конкурса. Дабы совместить приятное с полезным, певица решила повысить и свою квалификацию тоже. И даже получила специальный сертификат. И чтобы знания не пропадали даром, принялась за обучение всех желающих. Исполнительница объявила отбор в вокальную группу. Брать всех подряд Адеми не сможет, не позволяют ни временные рамки, ни обязательства мамы. Поэтому попадут в группу только те, кто действительно этого достоин. Своеобразный кастинг состоится 18 января. Точное время и место Дина пообещала сообщить в самое ближайшее время.